Белгороде прошло заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Какие вопросы на повестке дня и что в ближайших планах, расскажет Элла Машир. Основной вопрос обсуждения – безаварийный пропуск весеннего половодья. По словам синоптиков, осадки в феврале ожидаются выше нормы, а значит, уровень воды в водоемах будет активно подниматься. Ситуация находится на постоянном контроле специалистов ГОЧС. Следят и за толщиной льда. В течение недели-двух, когда ледостав состоялся, и потом только наблюдали за теми участками, их несколько, где вода не замерзает, там быстренько под мостами и так далее, то в этом году ледостав, ледотаяние проходило несколько раз, вот это 4 мы считали этих цикла, да, вот, поэтому мы с 24 ноября, как выставили эти посты, собственно, мы до сих пор и не снимаем их, эту работу проводим по сей день. Безопасность превыше всего. В особенности это касается детей. Со школьниками и родителями беседуют о правилах безопасности, в том числе на льду. На родительских собраниях также будет рассмотрен вопрос обеспечения безопасности детей вблизи водоема, в ходе которых родителям обязательно будет обращено внимание на необходимость систематического контроля за детьми во время их в свободное время от занятий. Не секрет, что, к сожалению, большинство несчастий у нас происходит в то время, когда дети в их свободное время, то есть это либо после уроков, либо суббота-воскресенье, ну и каникулы тоже являются достаточно опасным в этом смысле периодом. Также обсудили вопрос безопасного пользования газовым оборудованием. Департамент городского хозяйства администрации Белгорода обратил внимание на обязательное составление договора о техническом обслуживании. Элла Машир, Сергей Драчев, к этому часу Белгород.